Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем с вами выживать на новичке. Сегодня мы отправимся покрутим рулеточку. Я уже немножко подсобирал на новичке крышечек, плюс прокачаем уровень. Я надеюсь, что до 139 уже сегодня дойдем. Короче, сегодня мы бомбим локации. Обязательно не забывайте, ребят, в конце видео у нас будет розыгрыш на 500 монет. И также делаем еще один розыгрыш. Что нужно сделать? Лайк, подписка, колокольчик, комментарий минимум 15 букв под последними 7 видеороликами. Ну и, конечно, уже на 10 тысяч в Телеграме подписчиков мы сделаем розыгрыш на 5 мест по монеткам, а потом уже сезоны. Всем желаю удачи и погнали. Ссылочка будет в описании. Кому интересно, залетайте. Итак, давай посмотрим, что у нас сегодня есть. Календарик заходим. Здесь вот есть. Испытай свою удачу. Очень неплохие награды. Не знаю, сколько мы прокрутим. Но хотя бы 10 знаков отличия я планирую сегодня, наверное, забрать. Посмотрим. Корабль будет завтра у нас. Не завтра. Так, через день-два там, короче, посмотрим. Ну, тут у нас большая охота. Не нравится оно мне. Я не знаю почему, но это большая охота. Как-то мне не нравится. Хотя можно будет сбегать, чисто посмотреть, знаете. Ну, вот, на новичке тоже неплохо будет. Ну, ладно. Короче, поехали. Знать, что нам нужно для этой большой супер-мега... удачи. Крышечки, ребят, крышечки. Собираем все крышечки, которые у нас есть здесь. Я не помню точно, сколько есть, но, по-моему, еще на почте должны быть. Вот, давай посмотрим почту. Что у нас тут есть? Где мои крышечки? И крышечки. 360 крышечек забираем. Все. Почти 500. Ну, надеюсь, что подарка 3 мы получим. Надеюсь, посмотрим. Так, одежда, броня. Я не буду, наверное, ничего брать. Скинем ее дома, пускай себе отдыхает, да? Ой, тут уже не лезет. Ну, давай тогда сюда. Позакинем сюда. Хотя можно, знаете, что сделать? Целые сеты оставить здесь, да? Вот, например, целый. И сапожки вот сюда. И тут целый. Все. А вот это скинуть сюда. Типа тут будет барахлишко такое. А вот там вот посмотрим. Так, значит, с крышечками вроде бы все забрали, я не знаю, есть еще или нет, но нам нужно поехать на заправку. Заправочка, конечно же, ждет, полетели на нашу заправку, а потом уже посмотрим, что у нас там появится, что не появится, будем смотреть. Прокрутим, сколько там будет прокрутов. Будем, наверное, все-таки крутить по минимальной ставке, потому что, чтобы больше было прокрутов, ребят, по максималке на новичке я не вижу смысла крутить, это да. Например, по максималке можно на обычном аккаунте, то есть на основном моем аккаунте, там, где крышечек, в принципе, достаточно, да, мы можем там покрутить. Кому интересно, я могу сделать там большой прокрут. Я снимал 20 тысяч крышек, я снимал 50 тысяч крышек. Ну, 100 тысяч крышек, я не знаю. Будет ли вам интересно смотреть 100 тысяч крышек крутим на заправке? Напишите в комментарии. Вот, если да, поставьте лайк этому видео, чтобы я видел, что вы реально хотите. Я сделаю 100 тысяч крышек на изи сделаем. Вот, я не помню, только, по-моему, еще нужно собирать. Но посмотрим. Я даже не знаю, сколько у меня там они есть. Так, ну что, поехали. 500 у нас есть крышек, это практически 50 прокрутов, как минимум должно быть у нас, и дополнительные, конечно же, ресурсики у нас выпадут. Так, давайте нам, ага, понятно, стекловолокно, ну, в принципе, тоже, да, такие вот награды, которые нужны будут. Я думаю, что именно в будущем, да, сделаю так, что вот эта рулеточка у нас будет еще более-менее лучше, лучшие награды, по-любому, один раз они изменяли награды. Вот. Ну, чуть-чуть лучше вроде бы стало, ну, что-то так, знаете. Но я бы сделал дополнительно. То есть, вот это есть слот, вот, есть какая-то супер игра. Там супер игру, что-то какие-то дополнительные возможности. Типа колеса добавить сюда и, ну, так, дополнительно чисто за крышечки. Чтобы без доната, за крышечки. Вот это все без доната. Мы с сезоном там где-то они падали. Ну, вот, я собирал, потому что нет смысла крутить там, знаете, 50 крышек, 100 крышек. Это нету смысла. Когда вот, испытая свою удачу, появляется у нас этот ивент, тогда мы можем... уже побольше, конечно же, прокрутить, когда у нас будет уже, например, определенное количество крышечек. Вот, о, бронечка. Ну, конечно, УЗИшечка была бы получше, но все равно приятно, конечно же. Вот, я советую вам, если ты новичок, да, у тебя нету доната, ты собирай крышечек, ну, там, 1000-2000 крышек. Например, где-то 500-2000 крышек, там, где-то так примерно. И можно уже по чуть крутить. Я по-любому, тебе получится забрать 1-2 награды, 3, может быть, не знаю. Сейчас посмотрим, проверим, да, сколько там нужно будет для всего. Ну, надеюсь, что заберем. Хоть что-то заберем по-любому. Вот, да, долго, не спорю. Ну, что ж ты сделаешь, 2-8 поматросим. Так, мне бы, знаете что, мне бы синьку выбить.
Давай синечку. Синечка 2, синечка 3. Давай синечка. Хорош, красава. Вот как чувствовал. Дробовик плохо? Конечно нет. На новичке дробовик. Это вообще нормально. Так, поехали дальше. Крутим. 200 штучек осталось. То есть тут недолго будем крутить, но покрутим. Так, давай, давай нам клевер какой-то. Клевер, побольше клевера. И нам, знаете, что нужно? Нам нужно свинки, нам нужно С4 выбить. Нам нужно курочки, чтобы выпали. Вот где-то что-то такое, что-то выпадало. Было бы неплохо. 13, энергетик. Уху, как много. Ну, понятное дело, что по 50 бы больше клевера сыпалось, но ничего. По минималке это больше шанса прокрута. Сделаем так. Так, 55, давай, братишечка, зарабатывай наши клевер. Сколько мы сможем, не знаю, но потянем. Потянем, хотя бы 1-2 награды каких-то заберем. Я бы, конечно, в идеале 3 забрал, чтобы за знаки отличия еще прокрутить. Опять джекпотик, это уже какой по счету. Давай опять синьку. Раз синька, два синька. Три синька будет. Давай синьку, пожалуйста. О-хо-хо-хо-хо. Два дробовика, ребят, я не знаю. Ну, вы видите, да? Это без доната. Чтобы вы понимали, просто без доната, без ничего. Мы с вами заработали сегодня два дробовика. Давай тогда зеленочку, пожалуйста. Давай зеленочку. Зеленочка. Синька, нет, нет, только не синька. А можно и трансмиссию, в принципе. Зеленочку. Ай, не получилось. Но пластина тоже неплохо, потому что домик нам нужно строить. Так, 13, 60, давай еще. Давай, ну давай же, давай еще крышечек. 28, все, все, конец, the end. Ну ладно, прокрутили неплохо. Смотрим, что забрали. Плохо? Нет, конечно же, неплохо. Забираем это все добро. Вот, в принципе, забрали награды неплохие. Я думаю, что два дробовика лишним не будет. И сейчас мы отправимся на, ну, можно эти дробовики, можно не эти. Что-то на какой-то ивент. Сейчас посмотрим, что у нас на глобальной карте будет твориться. Вот, куда пойти. Фух, можно было бы в бункер. Но бункер я буду ждать, наверное, скорее всего, чтобы было с каким-то перком. Есть у нас разрушенный конвой. Давай туда и поедем. Ну, чтобы, знаете, что там минус 50 для зомби хпшки, или там урон от огнестрельного оружия увеличен на 50% в бункере, да? Ну, тогда мы пойдем. Сейчас смысл тратить я не вижу, особенно на новичке. Если на основе, то ладно. Вот, на новичке нет, это так не работает. Будем здесь экономить, стараемся максимально как-то прокачиваться. Вот, ну, главное то, что берите всегда у лекаря, аптекаря опыт X2, то есть 100%. Вот, это неплохой тоже баф. Считайте, X2 вы качаетесь, это хорошо. Так, ладно, давай сразу тогда закинем это все дело. Сюда раз, сюда два. Где у нас оружка? Оружечка моя любимая. Ой-ой-ой, сколько оружки-то. Вот, оружки, в принципе, тоже неплохо. Как вы видите, собрали мы нормально. Кстати, мы можем уже увеличить какую-то стеночку. Давай проверим. Давай проверим. Это у нас идет, бабам, вторая металл-стена, ребят. Можете меня поздравить. Вторую металл-стеночку мы построили. Но я планирую сделать сначала металл-базу вот такую. Вот, а там уже будем смотреть, что там может быть закидывать, может быть нет. Но хотя бы минимально сделаем так, да? Я думаю, так будет неплохо. Так, хорошо. Значит, у нас не хватает 7 пластин. Что у нас творится в станке? То есть нашей печки улучшенной. Я надеюсь, что тут все хорошо. Все есть. 3 есть литочка. Заберем. Здесь 9 забираем. Здесь 11 забираем. 20-ка уже какая-то налетела. Давайте я сразу, наверное, подкину дровишек, чтобы они шпарили, жарили здесь, да. 13, там по 7, 14. 14 будет. Сразу я закидываю слитки сюда, да, чтобы они перерабатывались, потому что тоже по полтора часа перерабатывать, это тоже время занимает. Вот, но ничего, я думаю, что со временем как-то что-то нарисуем. Ну, уже вторая стеночка есть. Да, в идеале было хорошо все до рейда апнуть, но это очень долго. На рейде я планирую 150 уровень, да, когда у нас будут рейды. Я планирую, конечно же, все ресурсы для постройки дома искать именно на рейде, потому что рейды — это топ, ребята. Рейды — это топ, если согласны, пишите в чат, комментарии, вот, потому что спрашивают ребята, да, это премьера. Что такое премьера, что такое стрим? Стрим — это онлайн-трансляция, которую я стримлю в реальном времени. То есть я с вебкой сижу, разговариваю с вами, там общаюсь и так далее. Что такое это премьера? Это видос, который я записал заранее, но
вы пишете в чате, и я вижу вас, и вы видите меня. То есть вы можете задавать вопросы прямо сейчас, и это идет премьера. Не забудьте подписаться в Telegram, ребят, ссылочка сверху там прикреплена. Вот, заходите туда, потому что будут розыгрыши, и надеюсь, что розыгрыши — это топ. Я думаю, что только так оно работает. Так, катаночку, ну давай, не, я не знаю сколько, ну ладно, возьмем так, сет брони возьмем, вдруг будут рейдеры, правильно, ребят? Вдруг придут рейдеры, в рейдеры мои любимые. Так, возьмем так, бомж такой буду. Ну, почти нормально, почти хорошо. Так, что здесь? Здесь хилочка какая-то нужна. Я не помню, что у нас идет по модам. Давай я посмотрю. Вот, хотелось бы, конечно, уже доделать наконец-то эти моды. У меня там мясницкий нож, что-то там, молоточки, вроде бы один молоток. Блин, как же ж мне его не хватает. Может быть, найдем где-то на локейше. Здесь у нас что? Труба, молотки. Тоже труба, резинки, молотки. Ну, резиночки вроде бы у нас есть. Давай мы тоже сразу закинем, потому что я, знаете, так не бегаю. А, там резинок куча. Давай мы там 60 штучек закинем, да? Вот, да, давай все возьмем. Все возьмем. Болты там нужно, по-моему, болты какие-то тоже нужно. Я возьму еще болтов чуть-чуть. Сейчас мы что-то прокачаем там. Вот, все, поехали. Все равно наш персонаж будет сейчас умирать. Мне по-любому нужно это сделать. Давайте, пока он будет умирать, мы с вами зайдем вот сюда и сделаем то, что нужно. Так, смотрим, что тут у нас есть. Так, первым делом, мясницкий нож тут у нас, понятно. Труба. Вот трубу мы добьем. Добьем сюда, и можно еще одну трубу сбить, и потом уже, конечно же, ее сюда закатить. Смысла целую бросать нету, запомните, ребят, просто сбиваете в хламину, можно не в хламину, можно там чуть-чуть оставить, и сюда вы все вот закидываете. Тут у нас вот так вот идет, да, я буду моды делать абсолютно все, которые тут есть. Вот, по чуть-чуть, потихоньку, я думаю, со временем, да, мы как-то что-то нарисуем здесь. Вот, на основе, понятное дело, у меня практически все моды есть, все сделано. Конечно, для этого понадобилось лет, наверное, 4-5, если не больше. Лазер мы не будем это делать. Тут что у нас? Ту-ту-ту-ту. Кстати, это на М-ку, да? Что у нас есть? Пластик, изолента, клей. Давай закинем. Давай закинем. Пластик, изолента, клей. Я думаю, что такое мы найдем. М-очка тоже неплохо у нас будет. Мы сейчас пластик, изолента, клей тоже сюда подкинем. Ну, давайте уже с вами будем делать. Что я буду соло-то делать? Соло, ну, интересно. Так хоть вы пишите в чате, вот, можно пообщаться с вами как-то что-то. И плюс, конечно же, сделать вот это все. Так, 60, да, там, я не знаю, я возьму сотку. Изолента, клей, вот этих мало. Изолента, клей, пластик. Пластик заберем. Давайте, короче, все закинем на эмочку, пускай оно там будет. Так, есть, да, тут есть, ага, вот еще, смотри, видите, я что-то поразделял, непонятно почему, но давай 20 ключей соберем, блин, ключи, может, будут нужны когда-то, ну, давайте так, ключи я не буду дергать, пускай будут, я знаю, что они пригодятся попозже чуть-чуть, не на моды, а на что-то другое. Так, смотрим, давай эмочку тогда доделаем. Это глушитель, как раз это на рейде будет топово. Ну, на глок в идеале было бы найти это все дело. Вот, но пока на эмочку делаем. Так, сюда тоже затариваем. А где у нас клей? Клея 8 штук я найду по-любому. Они точно есть, клей. Вот, ну, в принципе, дальность убирается. Самодельный глушитель, он очень, ребят, подходит для рейда. Вот для рейда идеально. Преступление — это оружие с глушителем. Что у нас есть? Это есть глок, эмочка, потом, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то еще есть. А что, я уже не помню, надо будет смотреть. О, смотри, сколько выпало хорошего добра. Баночки, вот видите, я не выкидываю, я их перерабатываю, алюминий выпадает. Так что пустые баночки советую не выкидывать. Ну вот, сюда мы сюда закидываем, бам-бам-бам-бам, вроде бы все. Так, тут у нас самопал. Самопал, я не знаю, стоит, не стоит. Тут у нас даже есть вот такое, да, X2 прицел, NASCAR. NASCAR тут у нас нету. ВСС-ка тут тоже есть, да. Ну вот, ВСС-очка родная. Хорошо, калашик. Тоже у нас есть компенсатор. Вот, это винчестер. Вот на винчестер, по-моему, глушитель есть. Ну, разбираться очень сильно жестко тут нужно, ребята. Клей нам нужен. Разбираться будем, по чуть-чуть, потихоньку разбираемся и, конечно же, валим пацанов, скажем так. Так, здесь изоленточка у нас где-то вот тут, а клей у нас где-то вот тут. Не, подожди, а где у нас клей делся, ребят?
Где-то я его, наверное, выкинул или переложил. Я вот не помню, где клей. Клей, клей, клей. Где же ты, мой клей? Вот тут был, по-моему. Блин, а где же он делся-то? Ёлки ты палки. Куда же я клей-то дел? Не помню, ребятки. Хоть ты, хоть ты, хоть ты. Вот, я даже не помню, где он этот клей. Хм, интересно. А ну-ка напишите, вы помните, где мой клей? Или я его тоже где-то использовал? Я вот не помню, вот реально не помню. Так, сюда закинем раз, сюда закинем два. Вот так вот обновим. Сюда вот это закинем. Ну, конечно, давай пополним по полной, да? Это сюда скинем. Хоп-хоп-хоп, все нормально. Блин, у меня реально был клей. Ну, где же я его дел-то? С твоим клеем. Где же ты клей? Где? Где же ты клей? Где? Не знаю. Не знаю, ребят. Не видно его вообще. Вот. Ну, на почте, я думаю, есть клей. Давай посмотрим. Клей, 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 клей. Вот. Есть 58 штук. Да, хватит головой. Все, давай быстренько туда. Ай, мой персонаж сейчас откинется. Ну, пускай откидывается. 12, 8. Ну, ладно, давай сюда побыстрее, чтобы... Было у нас, бабам, где-то за гаражом упал. Нормально. Так, клей закидываем и отправляемся. Там у нас 51 минута, то есть спешить тут некуда. Вообще абсолютно некуда. Вот, надеюсь, что вы быстрее подпишетесь. И я планирую делать стрим на 700 тысяч подписчиков. Там у меня 8692 или 3000. Вот, так что обязательно, кто еще не подписан, подпишитесь прямо сейчас, потому что скоро будет стрим. Если у меня получится, ребят, я сделаю розыгрыш на свой рюкзак, да, если вы хотите, мы сделаем, только обязательно с вас лайки. Вот, я попробую договориться с разработчиками, как оно там будет, не знаю. Но, если получится, сделаем розыгрыш на рюкзак, ну вот, который будет, кстати, проходить в прямой трансляции в моем телеграм-канале. Я настрою бота, чтобы он рандомно выбрал ребят. Вам нужно будет просто, я быстренько создам там, да, какой-то розыгрыш через бота и сразу опубликую. И там в течение 5 минут, например, мы разыграем эти рюкзаки. Так что, кто хочет получить мой рюкзак, ссылочка сверху прикреплена в комментариях, конечно же, или же в чате. Кто смотрит прямо сейчас трансляцию, он может сейчас прям зайти в телегу и подписаться. Что нужно делать? Ничего. Просто заходите в телеграм, нажимаете кнопку подписаться и кнопочку участвовать, когда будет розыгрыш. Вот и все. Больше ничего. СМС-ки отправлять никуда не нужно. Потому что некоторые пишут, отправьте там СМС. Какие СМС? Ребят, кнопочку участвовать нажал и все, до свидания. Все. Так что обязательно вступайте. Так, окей. Значит, с этим все в порядке, да, у нас персонаж, вода, еда, все хорошо. Все, поехали тогда на наш конвойчик, который у нас дает тоже неплохие ресы. Зачищаем его и отправляемся дальше в поисках что-то интересного. Куда поедем? Фу, блин. Какая-то вол... Что это такое? В рот залезла какая-то... волос какой-то, волос. Да-да. Так, ладно. Что у нас? Привал у дороги. Воу-воу-воу-воу, привальчик. Я думаю, за 7 минут успеем или нет? Ой, как хочется на привал. Ребят, короче, меняем планы. Срочно на привал. Привал это топ. Привал, знаете, что это самый топ-топейший. Я один раз и бензин сливал, и... Две эмки забирал, красные талоны. Блин, это самая лучшая локация в мире, наверное, все-таки. Вот, значит, мы это все скинем. Это отдельно чисто на разрушенный конвойчик будет ресурсики, да, мы сюда затарим. А возьмем себе на привал. Что нужно брать? Броня обязательно. Рейдеры, понятное дело, шпарят не по-детски. Берите броню обязательно. Какой-то один огнестрел. Да, понятное дело, это... Не очень выгодно ходить туда с огнестрелом, но зато вы можете без проблем, ребят, это, конечно же, забрать топ-вещи. Топ-вещи, что у нас идут? Конечно же, это очень много оружия, то есть, ну, как много? Ну, немного, может быть, там, например, две эмки, как я в прошлый раз забрал. Кто смотрит моего новичка, тот знает, что я там забираю и как я забираю. И это топовая тема. Вот. Ну, тут известнячок, конечно же. Давай сразу два топора делаем. Топориков там нужно немерено. Вот, олени там, по-моему, есть, да. Ну, копьюшечку сделаем. Давай еще копьюшечку, да, сделаем, чтобы у нас все было хорошо и очень отлично. Копьюшечка недорогая у нас. Где у нас она? Это копьюшечка. Три дерева у нас. Чик-чирик. Вот так, вот так, вот, вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, так. Так, не так. А где хилка? Ха-ха, без хилки идти никогда. Ну, в идеале.
В идеале я бы посоветовал вам что-то посерьезнее взять, например, вот это. Возьмем, чтобы не забивать. Вот так, нормально, отлично. Все, ребят, отправляемся. Кто-то писал, что чоппер вот этот давался с донатом. Ребят, этот чоппер давался... Давай посмотрим, как он в сезоне. Он, по-моему, без доната выпадал. Вот, потому что мы тут не... Можно встретить среди наград календаря событий. Вот, с календаря событий он выполнен. Вот, тут он не сезона даже выпадал. Вот тут вот 25-й сезон, это... О, давайте мы его сделаем. Зеленое, красное, черное. Он выпадает, там есть бесплатные скины, то есть вы бесплатно это получаете. Скины есть бесплатные, плат. Зеленое, красное, зеленое, черное, красное, да, по-моему? Зеленое, желтое. Блин, красное не хватает. А что у нас по краске? Есть тут краска какая-то на почте? Блин, а что, краска вся в бункере у меня лежит. Что же она там лежит-то, красочка моя любимая? Где же она? Нет, тут нету. Ладно, я думаю, сделаем потом уже, да? Смысла сейчас бежать в бункер и тогда сюда нету смысла. Что у нас есть вообще по скинам? 25-й сезон, орхидея с календаря, и все, больше ничего, все закрыто, все закрыто. Ладно, хрен с ней, поехали. А нет, стоп, братишка, мы забыли с вами взять самое главное, и не вы никогда не забывайте это делать. 20 бутылок, ребят, 20 бутылок вы должны взять, чтобы слить бензин. Бензинчик обязательно, не забывайте. Все, поехали. И я думаю, что огнестрел 1 плюс сейчас получим. Вот. Что еще там можно? Боксидик. Мне нравится, что там красные талоны падают. Иногда 3, иногда 2, иногда 1. Но они падают. Ой-ой-ой, сколько? 31 минута. Значит, у нас планы такие сегодня. Вот это, аирдроп, потом сюда. А хотя время почти один. Ну, дропчик мы пробежимся быстрее, чем вот это. Ну, вы видите сами. Ну, можно еще было торговца залететь, ребят. Торговец тоже пацан хороший, иногда дает огнестрел. Но нужно ездить. Раз в день, конечно, советую всем прокатиться туда. Вот, это не сложно, просто сел и поехал. Все. О, это вот это опасный ивент, ребят. Так что, видите, не зря я взял глоки и так далее. Так, тут сразу же лупим пацанов, хилимся, потому что они... Очень-очень жесткие пацаны. Пошел вон своим дробовиком. Ну, полглока я трачу здесь. Смотрите, что я сейчас получу. А вот этот чувак где-то вверх, да, побежал? Ну, он исчез. Вот брат, конечно, серьезный. Смотрим, что мы получаем с этого дела. Опа, раз. Вау, пацаны. Пацаны, это чисто, знаете, так, разлеглись. Чисто на отдыхе, на чили, на расслабоне. Вот, брат, можно ему в одно место запихнуть что-то туда. Что бы вы ему запихнули, напишите сейчас. Ладно, забираем, забираем, а там будем смотреть. Тут у нас есть еще дополнительный пикап, который, да, нам дает какую-то штуку. Блин, это типа тектоник танцует. Ты что, тектоник, друг? Тектоник, тектоник. Тектоник, тектоник. Все, лутаем эту штуку. Главное, что нету больше никого. Видите, глок пригодился. Я вам говорил, что это нужно. Да, мусор серьезный здесь падает. Ну ладно, я надеюсь, что хотя бы с чоппера выпадет какой-то огнестрел. У нас один есть чоппер. Иногда разные вариации тут выпадают. Но все же заберем. Здесь заберем. Ну пока-пока веревочки досвидули. Водичечку попили. Пока не удаляем. Может быть пригодятся. Ну боксидик, видите, боксидик, да, выпадает. Хорошая тема, хорошая. Вот здесь у нас чоппер. Чоппер, чоппер, чоппер. Что у нас в чоппере? Эмочка и два красных талона. За то, что я вам говорил, что это топовая тема. Тема топ. Вот, так что советую, конечно же, вам, ребятки, это ходить сюда, лутать и забирать. Забирать, посмотрите сколько. Ну, штук 8-10 бензина, я думаю, что... Не, где-то 7. 7, а не, смотри, 11 бензина дали. Ничего себе. Нормально же, нормально. Ну, бутылочки тогда удаляем вот эти. А, хотя подожди. Хотя подожди. Давай мы тогда чоппер наш. Ай ты, блин, дурак. Куда ж ты сел на этот гребаный чоппер? Не туда ты нажал кнопочку. Тут что мне нравится? Во-первых, для новичков. Это волокна. Волокон здесь куча. Море и так далее. То есть ты можешь без проблем нафармить здесь, так как мы сейчас сделаем, кучу волокна. Волокно — это топ. 4 бутылочки здесь оставим, они нам не нужны. Ну, 20-ку ту, что я взял, я обязательно заберу. Здесь слоты забили уже. Я что делаю? Я чисто освобождаю 2 места. Вот, топорики 2. Вот это можно удалить. Сразу удаляйте то, что вам не нужно. Синяя краска.
Ну, в принципе, ладно, удалим ее. Синяя — это синяя. Так, сразу волокна собираем для того, чтобы семена, да, у нас были дополнительные. Вот так вот. Все, семена появились, отлично. Вот, теперь смотрим, что мы можем здесь точно удалить. Дерево. Дерево — это хорошо, конечно же. Черная краска. Блин, по одной краске. Ладно, я краску тогда удалю всю. Вот, потому что смысл мне тащить одну единицу краски нету, я не вижу смысла. Ткани. Ткани тут, ну, наверное, тоже мы удалим. Ткань, хотя можно было не удалять, но мы можем застакать вот эту тему. Резинки, подшипники, известняк, да, свидули, известняк. Вот, разделяем тут вот это, удаляем известняк, а вот это разделяем. То есть дерево, в основном тут дерево есть. Подшипники, да, не знаю. В принципе, можно убрать. Если что, копье уберем. А так вроде бы все. Сейчас я быстренько забиваю свой портфель. Вот, и мы с вами отправляемся. Пока он бегает, сам забивает через авто, мы с вами можем распределить тут все. Вот так вот поставить. Конечно, дерево тоже лишним не будет. Будем перерабатывать. Это все дело нам нужно. Это новичок, ребят. Тут мы делаем всегда это действие, которое нам необходимо восстановить где-то какие-то ресурсы. Дерево у меня на постой просто шпарится, жарится, да. Вот, вы знаете, что у меня перерабатывается круглосуточно, когда я в игре. Вот, а так... Ну, просто так тебе никто не даст. А так ты просто вот пришел. Тут никаких ботов вроде бы не должно быть. Никаких зомби не появится. Ты чисто вот убил этих пацанов, залутал и пошел делать чай. Освободил место под эти все ресурсы у себя. И пошел делать чай. Делаешь чай, а он бегает. Вот и все. Может, мне пойти сделать чай, а вы тут посидите? Хе-хе-хе. Да я шучу, ребят. Никогда не пойду, вас не оставлю. Сейчас освободится еще дополнительный топор. Вот так вот пока сделаем, да, вот это разделим, чтобы оно топор добило, чтобы просто так не выкидывать его. Но эмочку мы забрали, потратили пол глока у нас было, ну практически процентов, сколько мы потратили, 20-30 может быть, не знаю. Но зато мы взяли с вами вот это все дело. Вот, неплохо, неплохо, я думаю, что очень даже хорошо. Ага, вот так вот даже еще есть, ничего себе, черешня, ты красавчик. Вот, нормально сегодня мы потаримся. Ну, первым делом отлично, да. Ну, копье мы, понятным делом, я удалю. Тут нету у нас никаких живностей, то есть оленей и так далее. Ну, вот, чисто 100 дерева, как минимум. Не, ну 100 не получится, 50 есть. Где-то 70-80 дерева, я думаю, заберем. Плюс вот уже 20 семян. Это что у нас? Это у нас как минимум 40 рогушек. Хилка на халяву тебе залетела. Да, мы потратили 3 аптеки и чуть-чуть глока, чуть-чуть брони. Вот и все. Вот и весь, как бы, скажем так, фарм. Вот так оно и все делается. И когда будет у нас появляться, да, понятное дело, что не у всех есть чоппер, но я надеюсь, что вы как минимум соберете его рано или поздно, это чоппер, и, конечно же, будете ездить на данный ивент, как я. Вот и все. Так, ну все, не лезет больше ничего. Известняк. Но известнячок тоже, да, ребят, давай подсоберем известняк, так как у меня сейчас его вообще ноль, практически ноль известнячка, я заберу хотя бы какой-то стак, тоже мы его заберем. Но два талона лишним не будет, просто так на халяву. Вот, известнячок забираем, мы можем, кстати, пойти посмотреть, что у нас делается, где у нас этот сезончик. Сезончик, календарь, нету у нас этих знаков отличия, то есть мы сегодня забрали 3 награды, да, плюс. Ага, даже эту. А, подожди, это не то. Это не то. Испытай свою удачу. Вот. Мы не забрали. 2 награды мы точно забрали. И не хватило нам сколько? 100. 120 с чем-то. Короче, 130 где-то клевера для того, чтобы забрать 10 знаков отличия. Это плохо, конечно. Я думал, что заберем, но, к сожалению, не получилось. Ну и на этом хорошо. Мина плюс катана лишним не будет. Значит, такие вот дела. Все, идем дальше. Идем дальше, выполняем, прокачиваем нашего новичка. Кто спрашивает, ребят, постоянно у меня за то, что прокачиваю ли я аккаунты, скажу вам так, я никогда не прокачивал аккаунт, никогда. Иногда, да, я еще на начале, лет 4 назад, когда был новичком, до 10 тысяч подписчиков, мне ребята скидывали свои аккаунты, я рейдил на их аккаунтах
типа на видос. Вот, чисто скидывает мне свои данные, я захожу к нему на аккаунт и чисто иду на рейд. Вот и все. А так я не прокачиваю ни за деньги, ни бесплатно, никак не прокачиваю, ребят. Во-первых, у меня нету на это времени, потому что, сами понимаете, у меня два аккаунта и нужно играть, где-то что-то как-то фармить. У меня не получается это все делать. И даже если бы получалось, я бы это не делал, потому что это запрещено кефиром. То есть он, ну, разработчики запрещают заходить на аккаунты, потому что при заходе на аккаунт ты типа передаешь свой пароль третьим лицам, и типа потом жалобы приходят. Ну короче, там дичка, то что нельзя передавать. Если даже вы передадите кому-то на прокачку, вас могут за это забанить. Вот, один был случай, там где-то какой-то ютубер что-то кому-то там прокачал, потом пожаловались разработчику этот пацан, потому что что-то там с аккаунтом случилось. И после этого разработчики сказали, что нельзя передавать свои пароли другим людям, потому что если что-то случится, они сразу бегут к разработчикам и говорят: у меня не заходит на аккаунт, у меня что-то случилось с аккаунтом, и рассказывает, что я давал аккаунт на прокачку. И после этого разработчики банят и его, и того, не того, который прокачивал, не забанят, потому что они не знают его ID, а вот этого парня, который отдал, да, свой аккаунт на прокачку, его сразу бэн, и все. Вот и все. Так что не передавайте никогда свои пароли, данные никому. Только можно передавать ID, если вы выиграли в розыгрыше. За ID ничего не будет. То есть ID можно передавать, ID через ID вам приходят подарки. То есть если, например, вы победили у меня в розыгрыше, вам нужно вот скинуть ID. Вот нажимаем шестеренку сверху, да, справа, как вы видите, где условия и положения, нажимаете здесь, держите там, ну, практически секунд 15, просто нажать и держать, не двигать пальцем и так далее. Вот так вот нажал. О, блин, не получилось. 15 секундочек подержал, и сейчас... А, не, подожди, это не то, я забыл. Надо нажать на сервер EU, ребят. Сервер, где пишется сервер, на сервер нужно нажимать. Вот, возле условия положения это 60 FPS включается. А вот сервер, вот, как вы видите, появился код. И вот этот код вам нужно скинуть мне и скрин плюс текстом переписать без ошибок. Как вы видите, я показываю свой ID, с ним ничего не будет. То есть это все разрешено. Ну, так что вот такие вам инфа насчет прокачки. Советую не передавать, потому что забанят вас, будете потом плакать и говорить: у меня забанили, а не знаю почему, что и как. Вот и все. Вот. Не один был такой случай, что ребят реально банили. Мне писали они лично в личку. Вот. Но, ладно, с этим, надеюсь, вам понятно, с прокачкой аккаунта. Играйте сами, смотрите новичка. Очень хороший смысл вообще этих видосов в том, что я показываю какие-то очень интересные штуки, где можно по минималке залутать, что-то пройти и так далее. То есть вам не нужно там думать, куда идти, потом смотреть, как это делается. Вы просто зашли, посмотрели видос, и вы знаете уже, что творится и так далее. Вот, это самый лучший способ прокачки вашего аккаунта. Лично вы должны его и прокачивать. Так что вот так. Так, все, скидываем это все вот здесь. Смотрите, сколько у меня морковочки уже. Скоро все забьется в морковное. Ладно, давай мы тогда эту морковку перекинем. Куда мы перекинем? Мы перекинем вот сюда, да, перекинем. Опа! Так, сюда мы ее закинем, а потом я уже буду ее перерабатывать. Но я сейчас плотно сел на доски, потому что хочу побыстрее вкачать все. Вот, особенно стены, которые долго будут сильно качаться, но по чуть-чуть я буду это делать. Вот, мне нужно алюминий, алюминиевая проволока, по-моему, мы можем сделать себе слитки, если я не ошибаюсь. Вот, ну давай мы ее тоже вкинем сюда, попробуем, посмотрим, да, сколько оно там, 20 минут. Вот, ну тут, наверное, скорее всего потребуется уголь, потому что проволока будет жрать очень сильно. Давай мы угляшечка туда подкинем. Вот, о, как раз он захотел есть, и мы с вами, конечно же, сейчас будем идти дальше. Так, 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 быстрее надо, наверное, делать, потому что там 30 минут, хотя, я думаю, хватит. Вот, сюда быстренько и сюда, все, по чуть-чуть, потихонечку будем сейчас делать алюминий, алюминий перерабатывать, а потом уже делать себе сталь. Но я надеюсь, что я, когда открою рейды, я быстро вкачаю себе стальную базу, просто быстро. Вот, мы будем бегать, да, придется немножко выполнять задания, будем на видос, наверное, выполнять эти задания, а потом уже ходить на рейды себе как дядьку, просто как дядька. Так, все, это тоже сюда, пополнили, пополнили, все пополнили. Вот меди вот нету, наверное, пойдем на эту,
не сегодня, а я думаю попозже, да? Можно даже следующее. Если хотите, можно пойти будет на зимнюю ловку. Если хотите, да? Сходим, медь пофармим. То есть это тоже необходимо. Мы еще как раз ни разу не ходили туда. Вот, ничего. Все по чуть-чуть, потихонечку. Так, 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 так. Что тут? Изоленточка у нас вот сюда идет. Изоленточка. Давай мы сразу скинем эти сеты, эти глоки, эти хилки, которые мы, нам не нужны для этого, для этой миссии. Вот. Хотя подожди. Хотя мы сейчас на дропчик пойдем. Ну, все равно я возьму какое-то копье там, что-то такое обычное, стандартное, не буду сильно набирать, вот, нужно будет какую-то оружку, мачетку, кувалду, хватит головой. Так, можно мясницкий нож было целый взять, ну ладно, мачетку возьму. Так, здесь что у нас? Тут у нас подшипники и, конечно же, конечно, это все сюда, сюда, сюда. Эх, здесь раз, а здесь два. Хорошо, хорошо, хорошо. И хилочку 3 мы скинем. Хилочку с собой какую брать? Да, в принципе, любую. Берем 12, я... Не, подожди, давай 20 рагушек возьму. Рагушечки вообще в идеале. Такая тема хорошая, что капец. Ну вот, реально, это топовая тема, которая не сильно затратная, но зато вы нормально себе жарите, шпарите. Так, здесь что у нас? Молоточки. Ой, не молоточки, а... Нам нужно, наверное, еще топорик сделать, да? Давай сделаем, наверное, еще один топор. Вот, и, в принципе, можно валить. Так, а мы скинули сюда ресы? Скинули, не скинули. Ну, ладно, это пускай там будет. Вот, давай мы тогда сделаем вот так. Вот, вот тут еще возьмем. Видите, сколько у меня камня? Очень мало. Так, делаем себе топор. Топор и, в принципе, все. Так, ну... Понятное дело, еда, вода, я не буду восстанавливать, я умру, то и мы побежим. Все, мы готовы, аирдропчик нас ждет. Надеюсь, вам понятно за прокачечку. То есть прокачечка у вас должна быть абсолютно сама. Сама. Бум-бум-бум-бум. Оп, 20 минут прожили, хорошо. Эх, так, что еще? Дроп потом у нас будет... Кто? А, этот, блин, конвой забыл вообще, забыл, вылетел из головы. Ну ладно, все, берем это все. Чик-чик-чик. Это забираем и вылетаем. Вылетаем. Ну, аирдропчик, это тема вообще, можно вообще без трусов туда бегать. Главное, возьмите кувалду, даже можно было не брать. Но там, как правило, стоит один зомби 200 хпшный. То есть толстяк, да. Толстяка нужно сливать чисто... Я думаю, что тройным уроном, да, если мы уже экономим, то нам нужно экономить. То есть тройной урон какой-то кувалды или разрушителя и плюс добивка каким-то или мясницким ножом, ну или что там у вас есть, бита, весло, не важно. Вот, именно так нужно делать и так будет более-менее эффектно, профитнее и так далее. Вот, так что пробуем и лутаем и забираем. Так, поехали. Где зеленая шляпа? Понятно, вот она бежит. Вот и где зеленая шляпа. Раз, два. Ну, тут уже не будем бить этим. Добиваем два раза. Вот так вот. Тут у нас есть дядька. Дядька, который стоит. Берем вот так вот. Этого дядька мы бьем кувалдой и добиваем разрушайзером. Три зомби вместе. Это, конечно, плохо, но ничего страшного. Бабам. Бабам, бабам. Да давай ты бей. Хоп, 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 хоп. Вот, вот так вот этот дядька улетает. Все, это более-менее экономно. То есть вам не нужно как-то что-то стараться там, что-то мудрить, придумывать и так далее. Вам вообще это не нужно делать. Главное взять то, что необходимо, необходимые ресурсы, да, для этого. И все, все будет прекрасно. Так, ну тут здесь понятное дело, что именно только так мы будем сейчас долбить. 40 хп. Нам не интересна эта штука. 80 и 40, блин, ну там 40. Вот так вот, скорее всего, будет. Бэм, он улетел. А вот этих додиков мы бьем просто копьем. Вот, додик один, додик два. О, как ты согрелся, дятел. Ну, давай, давай, иди сюда. О, видите, я не добиваю, когда остается там, например, 20 хп. Я уже не бью разрушитель или там кувалда, или неважно, чем я бью. Вот, но главное это бить, чтобы в урон уходило. То есть, если у него 80, да, мы должны ударить каким-то... Таким мачеткой и так далее. Вот этот олень, конечно, зря тут стал. Он вообще не в теме. Ага, там 40, а тут 80. Вот это я угадал. Красавчик, красавчик. Все, тут 4 раза бьем быстренько. И уходим. Хоп, хоп, хоп. Отлично, отлично. Оп, хоп, хоп, хоп. Есть, да?
Ну да, в принципе, да. Все, открываем наш airdropчик, airdropчик, идем дальше. Разрушитель, неплохо. Все, авто нажал и пошел. Вот тут уже все. Сразу удаляем то, что нам не нужно. Хилимся там, если что, да, нас не интересует. Но тут, что меня больше всего интересует, это и тот же известняк, но в основном это растительное волокно плюс семена. И оленей можно забрать. Олени — это весло, копье. Но я в основном использую копье, потому что копьем проще всего это сделать. Так, хилочка тут у нас есть. Топорики сюда наверх. Вот это сюда. Сразу я удалю провода, наверное. Хотя можно не удалять, а может удалять. Удалять, не удалять. Вот это вопрос, да. Ну давайте место закончится, удалим. Но ресурсы забирайте, ребят. Ресурсы забирайте. И если вы будете тут фармить на авто, то знайте, бот может прийти. Именно на дропе иногда они приходят. Не всегда, но приходят. Иногда и с огнестрелом. Даже меня не раз убивали здесь. Вот. Я просто зачищал всю локацию, а потом уже бежал авто. И пошел делать чай. Прихожу, а я мертв. Умер от ВСС Винторез. Бот. А нормально, думаю. Весело очень сильно. Так, а как у нас место есть? Под... Нет, смотри, давай тогда ягоды. Сейчас мы немножко съедим. О, семена появились, отлично, все. Главное, что появились семена. А, они у нас есть. Фу ты, я не увидел просто. Все, оленюшка там у нас бегает. Давай мы его тоже заберем. Оленюшка, мой родной, иди сюда, дорогой. Кстати, пишите, как дела у вас там, потому что вы там, наверное, ничего... Пишите разную хрень, да? Вот. Ну, бывает, бывают такие люди, приходят, там хрень напишет. Черешня, а ты гей? Ну, бляха-муха, ребята, вы шо, блин? Ну, что вы курите или что вы нюхаете? Я не знаю. Ну, блин, ну, такие вопросы. Если у меня семья, ребенок есть, ну, какой гей? Ой, я не знаю. Ну, это дети, наверное, какие-то, которым очень скучно, и они... О, здорово, брат. И они решили там поприкалываться с черешней. Ну, это, конечно, да. Только Пейсон может такое написать. Кто знает Пейсона, плюс чат. Вот. Ну, ладно, поехали. Мини-оовню. Мини-оовню. Пошел вон, мини-оовню. Мини-оовню. Вот такой вот мини-оовню. Ну, давай заберем вот это. Ну, давай вот так вот сделаем. Все прекрасно. Забираем, забираем, забираем. Так. Что у нас, шкуры? Ну, шкуры можно удалить, в принципе, да. Шкуры — это такое, бородень немножко. Хотя, в принципе, пускай будем делать себе мясницкие ножи безлимитно. Так, 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 подшипник. Ну, как вы видите, все хорошо, все идеально. Для меня это топ. Что нужно делать? Вот, вот так вот. Делай каждый день, и все будет прекрасно. Вот. Кто спрашивает за акты? Ребят, напомню, я вам говорил до этого, как только мы прошли акт, я вам говорил, что акты скоро не появятся. Они появятся через определенное какое-то время. Это как минимум месяц. Вот. Кто-то там уже говорит, что уже есть акт 2. Откуда такая информация? Я вообще без понятия, где вы берете эту дезинфу. Но дезинформировать, вернее, всех в чате, там писать в комментариях, это полный бред. Я не знаю, ребят. Но знаю то, что акты сейчас делаются. Акт 2 делается. Есть уже скрин. Разработчики скидывали там в группу где-то. В ВК или в Дискорде. Вот. Там типа такая база. Вот, вот то уже акт 2. То есть, когда они скидывают скрин, показывают примерную работу. Плюсуйте месяц-два. Ну, месяц, может, два. Где-то так. Я уже говорил, я уже устал это говорить просто постоянно. Черешня, там где-то АК-2 сняли. Заходи, смотри. Блин, ребята, какой АК-2? У меня есть альфа-версия. Я могу зайти на обновление раньше, чем вы, посмотреть, есть оно или нет. Я же знаю, что его нет. Я уже смотрел. В этой обновке не было акта. Следующая выйдет обновка. Я обязательно посмотрю на альфу-версию. И если она будет, я скажу, да, ребят, у вас она будет. А если вы непроверенную информацию, где-то что-то вам там сказал, никогда. Но нужно проверять. Нужно проверять хотя бы с каких-то надежных источников. Потому что, ну, бороду... Пороть, я тоже могу сказать, да, Ми-24 у меня есть вертолет, но я вам не покажу, потому что он у меня лежит в кармане. А чтобы вам показать, надо задонатить. Задонатьте, черешни, я вам покажу. Ну это ж тоже бредятина, скажите. Ну нахрена такую дичь просто пороть? Ну это просто бред кобылы Бадулая. Ну реально, 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 я не знаю, ребята, откуда вы это копаете? Ну ладно, есть такие люди, которые пишут такое. Вот, я сегодня полетел в бункер Чарли, залутал, мне выпало супер-мега знамя клана, но я вам не покажу, потому что я не покажу. Нормально я вам говорю? Хотите, такие видосы буду делать?
Ну да, сегодня я нафармил угля, с угля сделал себе угленную парашу и покакал углем. Нормально? Ну, это бред. Вы согласны, что это бред? Ну, кто не понимает, тот, наверное, никогда не поймет. Просто очень много пишут иногда разной такой дичи просто. Я не знаю, как вам рассказать, но это просто бредятина. Просто в голове не укладывается, как оно вообще такое написал, например, кто-то, да? Просто как будто с потолка взял, посмотрел на потолок и сказал, ага, угу, понятно, и все. Так что перед тем, как говорить, что Акт-2 есть, Акт-2 сейчас уже начнется или там бежит куда-то, проверяйте ребят, которые знают. О, вот мои гребаные клеи. А я искал вас, гребаный ты клей. Вот, блин, ты посмотри, где его спрятал. Ну все, нашли. Ну уже пока не нужно. Ну вот, проверяйте информацию у надежных источников, скажем это так. Заходите в дискорды, иногда я скидываю в свой телеграм какой-то скрин, иногда разработчики разрешают скинуть будущее обновление какой-то скринчик. Вот, недавно я тоже скидывал в телеграм, потому что написали, типа, можете поделиться с вашими, типа, подписчиками. Вот, так что проверяйте и надежные источники. Все, полетели, полетели, прилетели. Так, теперь у нас конвойчик, да? Конвойчик это хорошо, конвойчик это круто, но нужно посмотреть Наруто. Не, честно сказать, я не смотрю Наруто и даже никогда в жизни не смотрел. Знаю, что это китайские какие-то мультики, про что оно там что-то, хияй, какие-то китайцы бьются. Но что-то мне такое неинтересно. И, во-первых, нету времени, ребят, чтобы мультики смотреть. Смотрел, знаете что? Когда-то у нас был мультик Джеки Чан. Я смотрел, мне очень нравился. Потом был мультик Оги Кукарачи, тоже очень нравится. Потом Гей Арнольд, Кит Пэс, такой кот-пес. Вот. Что еще были за мультики? Гекачный Чупара. Какие-то монстры. Монстры я еще смотрел. Но это когда я еще ходил в школу. Приходил со школы, садился кушать и смотрел вот такие мультики. Это было, ну, наверное, лет 15-20 назад. Не знаю, где-то так. Где-то в этих годах. Но нормально, нормально. Но сейчас мультики не смотрю вообще. Вот, потому что времени нет. Хотя, да, смотрю. Когда садится ребенок за комп и говорит, папа показывает пальцем в экран и говорит, типа, включай. И я смотрю, там, булька, булька, я весела, булька. Что-то типа такого. Ну, такие есть мультики у нас. Ну, в принципе, да, такие я смотрю. Ну, ладно. Мультики мультиками, а проходить-то нужно. Так, это все скинули сюда. Так, бэ-бэм. Так, есть даже известнячок, ничего себе. Надо будет краску забрать, ребят. Чоппер перекрасить, хочется уже какой-то другой скитчик на новичке, потому что это все сюда. Так, бэ-бам. Вот так вот подскладывали, все нормально же. Нормально, я думаю, неплохо. Хорошие локи, да, мы с вами пробежались. Неплохо. Так, может быть, оставлять для щенков? Давайте я, наверное, буду оставлять для щенков мясо. Когда появится у нас ивент с щенками, мы с вами будем чисто затаривать в щенков, и это будет x2 времени плюс к росту щенков. Вот, я думаю, так будет лучше. Все, это все сюда, это все сюда. Тут у нас пусто, чисто, все нормально. Поскладывали, забираем тогда то, что нам нужно на ивент, и погнали. Погнали, пацаны. Так, сюда пока так берем и выезжаем. Хотя можно взять... Не, я не буду там фармить, не хочу. Не хочу, не буду, поехали. Можно было зачистить, там тоже дерево, ну хватит. Пока дерево есть, пока дерево, ткани, это все дело пока на месте. Вот, когда закончится, да, будем уже, хочу, не хочу, ну фармить будем. Поехали, сколько там минут, не посмотрел лекаря-аптекаря, 9 минут. Блин, ну давай, подожди, я не знаю, если он повесил на глобалке, будет ли у нас в радио писаться. Давайте проверим, я не помню, по-моему, не пишется. Если уже лекарь есть на глобальной карте, по-моему, в радио первый раз не напишет, что он хочет. А бежать туда-сюда, проверять, это, конечно, время займет, плюс энергия, не хватит, наверное. Ну давай попробуем, я точно не помню. А не, смотри, торговец есть. Заходи с собой, 2 бинта, 1 аптечка, 7 спирта. 2 бинта, 1 аптечка, 7 спирта. Ну, давай сделаем. 2 бинта, 1 аптечка, 7 спирта. Спирт есть, бинты 1, 2 бинта. 2 бинта есть. Вот.
И 7 спирта, спирта тоже куча есть. А мы спирт можем, 7 спирта есть. Да, что мы там со спирта делаем? По-моему, бинты делаем, только где оно делается? В этих станочках. А нет, тут спирт делается. А что со спирта делается, я уже не помню. Короче, напишите в комментарии, что там делается, я уже забыл. Все, выходим. Вот теперь все. Вот теперь все. К торговцу залетим после этого, наверное. Не, подожди. К торговцу, наверное, в этот момент нужно влететь. Потому что так 3 слота забито, да, мы не сможем фул закачать. Вот, 17-8 минут, да, хватит. С головой 16, отлично. Так, 2 бинта, 7 этого. Можно было топор взять, там 20 дерева у торговца есть. Ну ладно. Один топор. Жалко, что топоров обычных нету на почте. Где их взять, я даже не знаю. Обычные топоры на почту. А что у нас по наградам? Еще один уровень. Ну, было бы неплохо, да. Было бы неплохо ящик забрать. Ну, посмотрим. Может быть, добьем сегодня. Может быть, и нет. А может быть, и да. Ладно. Торговец Джо, мы идем. Жди. Я приду. Пройду дожди. Жди. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Генератор. Ту-ту-ту-ту-ту-ру-ду. Нет. Засосало все. Ладно. Бом-бом-бом-бом. Как вы думаете? Я думаю, будет эмочка. Хе-хе-хей! Я угадал. Блин, какой я везучий. Просто жесть. Если бы так в реальной жизни работал, я хочу там, не знаю, чтобы все было хорошо. И раз, все хорошо стало. Ладно, поехали. Поехали. Тук-тук-тук, 7 минут. Как раз все четко, да, успели. Вообще нормально. Если бы еще какие-то, типа, такие конвойчики были, было бы тоже круто. Дропы, конвои есть, лекарь есть, рыбалка есть. Ну, сделайте что-то, не знаю, типа каких-то волн ПУшечки, то есть полицейский участок, как 99 волн, только сделайте что-то. Рейдеры, блин, они зомби, отлично. Так, ну, тогда окей, let's go. Поехали, где зеленая шляпа? Где зеленая шляпа? Вот зеленая шляпа. Сюда пошел, давай. Раз, два, три, четыре. Оп. Ну, зомби есть зомби. Вот, мы будем, конечно же, все бомбить, все лутать, все забирать. А я не взял. А, взял, смотри, взял. Ладно, давай тогда кувалдой добьем. Баночки. Скляночки. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. Бу-бум. Есть, хорошо. А, ты че, демон? Вот тут стопарик. Оп. Ох ты, блин, урон даже наносит. Ну ладно, мы не. Мы будем прятаться только вот так. Давай, улетай, дятел. Улетай. Хорошо, забираем, лутаем. Так, сразу будем, наверное, все открывать. Хилочка пошла у нас, да? Хилочку сюда возьму, переработаем дома. Что еще тут у нас? Есть 40, есть 80, там хпшек. Вот это 40. Там, помните мою ошибку, которую я делаю всегда всю жизнь на этой локации, именно в этом месте, да? Я иду всегда слева. К зомби он агрится. Это всегда. Но сегодня я исправлю эту ситуацию. Мы сегодня пойдем справа. Вот так вот, ребят. Так что, кому интересно, идем справа. Так, идем справа. Катаночку бить не хочу. Давай мы ударим, наверное, все-таки мясницким. Бим, бим, бим. Есть, да? Тут у нас кувалдайзер. Первый раз мы бьем кувалдайзером. А не, не первый, второй. Бам-бам-бам-бам-бам. Давай. Толстячок, гребаный шучок. Так, полетел. Бом-бом-бом-бом. До свидули, улетел. Так, там 80 хп. Давай мы тогда это тут заберем. Здесь что, мясницкий нож? Ну да, 80. Там 40, наверное. А может тоже 80. Не, 80 тоже. Ты че, блин? Ты чё такой дерзкий бегун? Стопарики, все. Хилочка, раз, два. Есть, да? Освободили одно место. Давай еще хилочки. Вода холодная, вода. Так, вода водой. Мы с тобой. Так, тут у нас что? 80. Кто-то побежал. Так, раз, два. Не, ну, кто скажет, что мясницкий нож это борода? Это топовая тема. А если ты еще накинешь туда модов, ну, это вдвойне тупее. Тупее вдвойне. Просто топ в x2. Так, там челик лежит с этим, с броней. Тут 40. Ну, этого агрим, понятное дело. Давай, иди сюда. Оп. Ну, давай так сделаем. И
дятла вот этого. Не помню, он сагрится так или нет. Ну, я его заберу. Давайте заберем, да? Давайте заберем. Бум, бу-бум. Где его бить, все знают. Я уже показывал 1 234 000 раза, 13 степени 4 раза. Вот тут только стать, да, вот так вот, и бить его. Ай, 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 вот так вот, понятно? Ай, ай. Вот, чисто вот так вот. Кому интересно, обязательно пробуйте данную версию. Ну, тут, конечно, зомбарь, который помешал. Но ладно, я думаю, что мы справимся и с ним. Так, 50, 15, спасибо. Что с него выпадает? Ничего. Ну, x2 опыт забираем. Ну, плюс опыт какой-то, да, типа, как бы, неплохо. Так, тут пусто. Где у нас капуста? Тут у нас плюсик есть какой-то. Палец. Да ладно, братан, что серьезно? Что серьезно? Так, это скинем тогда. Палец я заберу, конечно же. Как же без пальца-то? Так, здесь у нас все четко. Водичку можно, фонарик можно скинуть. Что еще скинуть-то? Но тут долго открывает почему-то. Сапоги на фонарик. Синяя краска на пружину. На это вода туда. Ну все, тут у нас больше такого интересного нет. Хотя можно удалить растительное волокно. Растительное волокно забрать. Поменять, например, на фонарик. Ой, на этот фотоаппарат. Ну, я думаю, если может что-то здесь выпадет, кроме воды, то мы заберем, понятное дело. Потому что в основном тут вода выпадает. Ну, бинтик хорошо. Но у нас нет места. Тогда. Фотоаппарат до побачення. Вот и все. Так, все одежду надели, да? Чик-чик-чик. Ну да, нормально. Нормально же залутались. Как раз то, что нужно. Вот, а там мы открыли, да, в конце. В конце туннеля. Авто работает. Смотри, еще где-то на авто летит. А, наверное, растительное волокно или же семена. Семена. Вот, ну можно собрать семена, да. Семена это не дерево. Тут пару семян заберем. Лишним не будет. Вот, кто бы, чтобы знал, лишним. Да, они там есть, надо пробежаться. Ну, время у нас как бы есть на новичке. Мы можем собрать. Вот, инвентарь полный. Растительное волокно не берется, а семена нет. Окей, выходим. Вот и все. Вот и все моменты, что я вам хотел сказать. Так что, ребят, я думаю, что лутать это экономно, это очень хорошо. Вот если у тебя очень мало ресов, ты можешь собраться вот так вот, полутаться и так далее. А, уже нету энергии. Ну ладно. Короче, надеюсь, ролик был полезным. Полезным обязательно. Вот такие ресы мы взяли, неплохо. Покрутили немножко сегодня. Забрали мы два предмета, хотя хотел три забрать как минимум. Ну, не хватило немножко. Ну и хрен с ним. Заберем в следующий раз. Будем собирать 1000 крышечек в следующий раз. Вам спасибо, кто смотрел, кто писал в чате, кто поддерживает. Модераторам тоже спасибо. Значит, ребятки, отправляемся на розыгрыш 500 монет. Давайте мы сегодня выберем первый, второй видеоролик. Копируем с него ссылочку. Вставляем его сюда и смотрим, кто из вас написал комментарий минимум с 15 букв. Hitachi Play. Участвую. Надеюсь, увижу себя в ролике. Вот видите, пацан, блин, написал топовый коммент. Увидел себя в ролике и получил 500 монет. Hitachi Play, мы тебя поздравляем. Чтобы забрать свой подарок, напиши мне до конца 8 месяца и получь свои 500 монет. Все ссылочки есть в описании. Вам спасибо за просмотр. Желаю удачи в следующих видеороликах, в розыгрышах и так далее. Всем пока, ребят.